Все мечтают о счастливом финале, да? Но итог непредсказуем. Но я надеюсь... Я верю, повод включить эту запись... Он больше радостный. Надеюсь, семьи воссоединились, все вернулось на круги своя, и что планета восстановилась в нормальном виде. Хотя где мы? Где нормально? Что за мир? А Вселенная? Скажи мне кто-либо 10 лет назад, что мы не одни в ней, причем настолько, я бы не удивился, конечно, но... Но, да уж, силы света и тьмы заглянули на огонек. И это реальность, в которой Морган предстоит жить и взрослеть. И я решил оставить напутствие на случай своего безвременного ухода. Ну, вы же понимаете. Смерть – это такая штука, она всегда не вовремя. Путешествие во времени, что мы наметили на завтра, заставило меня задуматься о бренности всего сущего. Отсюда эта запись. Но такова уж доля героев. Конец, только часть пути. Чё-то меня пробрало. Все в итоге закончится в точности так, как и должно. Целую 100 000 раз.